Что ж, дорогие друзья, сегодня настал тот день, когда мы должны показать нашу маленькую собачку Соню врачу. Сейчас мы узнаем, как идет процесс ее выздоровления. Вот здесь работают специалисты Синего Креста. Как вы понимаете, собачка-то изрядно боится. Хорошо, да, у меня даже не прилипают повязки. Все хорошо. В туалет с трудом вчера сходили, это понятно. А с трудом почему? Первый раз вчера. Это нормально? Вначале очень тяжело сходить после квартиры. Ну как наша маленькая собачка Соня? Сказали, все хорошо. Все продвигается успешно. Выздоровление по полным ходам идет. И может она даже, дорогие друзья, только что доктор нас обрадовал, что маленькая собачка Соня может потолстеть. Может потолстеть.